Wolves и Drive. Drive East Wolves. Игра за выход в финал. Илья. А Илья? Если ты на ближайшие 10 минут не заткнешься, мы не... Да я могу съесть. Паш, что ты? Yeah. Я еще раз говорю, я не считаю, что проиграли игру мы сейчас из-за технического. Мы проиграли за игру из-за 3-3 очковых, которые нам забили. Проиграли мы, блин, 9-3. Слышишь? 9-5. Все, мы глаза закрепали. Ну, ради бога, хорошо. Они 9-3. Плюс ко всему, вы не отдаете пасы вообще после того, как начинается у вас игра. Вы начинаете лепить трешки. Я получил мяч, тоже хуйню трешку. А что еще делать? Я трешки не летал. Бил ты? Бил и Сеня, бил 2. Когда можно было отдавать пас? Нет, давайте мы либо сыграем в пас, либо просто, блин, я не знаю, либо просто бросаем треугольники. Если замена есть? Нет. Нет замены. Хотя если сейчас Тулс тоже начнут разговаривать, ну, может получиться очень. Будем играть? Вообще ни слова, хорошо, даже не спорю. Что тебе сказали, хорошо, все, заткнулся. Хорошо, ради бога. А вот через 9 минут я можешь хоть играйте, с ноги играйте, вот так с разбегу. Играйте сами тогда. Вот через 9 минут что хочешь можешь делать? Мне тогда пас просто не давайте. Че ты начинаешь? Я тебе говорю, как надо делать грамотно. Ты накопи злость, а потом одним ударом ее вынесешь, и все. Это уже не имеет значения. Браво. Что? Что? А тебя что нету? А тебя что не было? Я прощал. Че, че по счету? Минус 2. Минус 2? А это какая игра? Это уже выход в финал. Хорош, Сань. А нет. Вот,